Приветствую вас, дорогие мои друзья. Приветствую всех, кто сейчас. И те, кто увидит, возможно, запись этой трансляции. Мы с вами продолжаем проходить Quake 2. Мы получаем новые задания постоянно. Найди работающий обработчик во внешнем дворе. Сегодня с утра я уже успел популять. Запись выложу чуть попозже. Проходим, естественно, на харде. Проверяем Виапон бар. Как у нас тут? Что у нас тут? Машинган есть. Так, угу. Сотка гранат. Рейлганчик. Тридцаточка. Соточка плазмы. Ну, давайте попробуем. Там джойстики, я помню. Вот эти вот парни. Так как это хард, тут по два приходится. Приходится по два рейла на всяких крабов. Так, там парней вырубили. Воу-воу. Угу. Угу. Вражеское устройство. Где еще какой-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, что происходит? Я не понимаю, где они? Воу-воу-воу-воу-воу! Ой-ой-ой-ой, все плохо. Где же он? Да я здесь. Вот эти парни с рейлганом вообще лютые. О, потрошки, потрошки. Ой-ой-ой, тут еще один. Нет-нет-нет-нет. Тихо-тихо. Приходится этого тоже вырубать. Так, одна базука у нас осталась. Какое-то вражеское действующее устройство. Не будем на них рейлы тратить. При учете того, что они близко так. Можно их и шогой повырубать. Кнопка какая-то. Тихо-тихо-тихо. Кто? Так, давайте попробуем до туда. Можно допрыгнуть, наверное. О-о-о, там еще чувак с рейлом. Ой-ой-ой, отлично, я упал. Великолепно. Великолепное падение. Красавец. Секретная дверь откроется после. Дверь откроется после. Как будто бы там кто-то есть. Так, что у нас тут? Угу. Откроется после вот этого? Что это дало? Видим там аптечечку. Ну, как вы помните, к сожалению, звуки здесь постоянно продолжают, короче, мошнить какую-то ересь. Воу-воу-воу. Здесь, наверное, надо перепрыгивать. Желток. Угу, я понял. Намек ясен. Нашли секретную область. Угу. Да, мне подсказали там в чатике, что надо щит использовать. Щит. Используй щит, говорят мне парни. Сейчас я узнаю, как это сделать. На самом деле можно... Для простых смертных, да, 800 рублей. Ну там, как бы, не, ну я-то буду с понтом дело сидеть и втыкать, слушать. Что-то не хочется мне туда, честно. А вот здесь, интересно, можно пройти? Да, вот тут нормально. Воу-воу, парни, вы чё? Зачем вы подошли сюда? Так. Оу. Не, давайте его вот так бластером. Оу. Минус, парень. Слышим мы летунов там наших любимых. Отлично, двоих одним ударом. Тихо-тихо-тихо, расслабься. Ч
что-то так очень не... Воу-воу-воу-воу. Я вы-то здесь откуда, мазафака? Что происходит? А, что это вообще? Ядрёны батоны вообще, что происходит? Я вас всех убил здесь. Это что там открылось? Секретная дверь? Что за... Да я тоже вас вижу. Ой-ой-ой-ой. Вы вошли в секретную область. А где секрет? Вот тут? Что-то я не понял, а что здесь? А где секрет-то, я не понял. Одна аптечка? Это секретная область? Да не может этого быть. Слушайте, я так базуки сейчас все истрачу вообще. Что происходит? Секретная область с одной аптечкой. Это что вообще? Отличный секрет. Прям не зря шел сюда. Не зря жизнь прожил. На этой войне. Борясь с врагами. Понятно. Пять рейлганов остается. Вон аптечки у нас. А там нет аптечек. ЧПДш. Все очень важно. Я смотрю, машингана тут очень много. О, привет. Дабы патронов там... Ядрен пассатижи, ну ты чё? Они там резаются? Да ладно, еще и патроны мои, блин. Ну ты скотина, конечно, редкостная. Так. На машинганчик патроны собираем. О, аптечка. Может здесь что? Ладно. Надо, кстати, щилд заюзать. 264 армора он мне подарил, этот щилд. Я думаю, что надо бы им воспользоваться. Угу. Так, на шотган потрошки тоже. Воу-воу, парень, ты чё? О! Тихо-тихо. О, там их два, вот это вообще чё за жесть. О, их еще один. Ёпс тудей. Слушайте, нифига, как я должен троих-то раскладывать? Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо, пацан. Стой там, стой, не подходи. Чё, ты ещё себя закоцал? Так, этот погиб. Доступ к данным получен. Тут чё? Воу! Воу-воу-воу! Тихо-тихо, не подходи! Так, отлично, рейлганчика немножко обзавелись. Этих сволочей отстреливаем. Эй, воу-воу-воу-воу! Ладно, чё-то мне вот на самом деле ориентируюсь я вот на эту дверь. Сохраняемся на всякий случай. Мало ли что нас ждет за этой дверью. Крабы нас ждут, например. Вот этих надо шоги валить. Базуки, кстати, нам надавали. Целых 18 базук у нас. Да ладно, взять прям меня. Воу-воу-воу, вы что, парни? Ой, еще и вот эти крабы. Тихо-тихо. Так, нормально. О, да, перестань.
Тихо, тихо, расслабься. Ух, еще один, ну нифига себе, слушайте. Их тут прямо, я смотрю, вообще нормально. Слушайте, гранаты уже начинают кончаться, это подозрительно. Что у нас тут? Там водичка какая-то. Что это? Это силовое поле. Активируется после. Ну, после так после. А, вот так даже. О, нормальненько, халява. Сколько у нас уже? 30 базук уже. Воу-воу-воу. О, еще вот эти крабы. Воу. У нас тут много патронов нападало. Красные поля деактивированы. Деактивированы поля. Дверь откроется после. Здесь ничего нет. Ничего нет. Красные поля деактивированы. На всякий случай, вдруг какой-нибудь секрет где-нибудь. Воу. Привет. Так, я слышу там вот этого топающего чувака, который лютый самый. Ага. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь рейлов. Нормально, да? Так, сейчас я прочекаю запись. Идет ли запись? Для этого альт-энтру надо сделать. Так, да, запись идет. Да, танки тут элитные, да. Действительно, такие мощнярские они, блин. 7 рейлов вообще, это нормально, как они считают? Так. Слетает все время гамма. Ну, нормально это вообще? Что за доджинг у них? Божественный. Директ выживает. Туда, конечно, можно рокет джамп сделать. Ага. Ну вы поняли, короче, да? А у нас квад есть, все в порядке. Эта дверь откроется после. После чего? Если здесь мы уже все сделали, здесь мы все сделали. Может, надо сломать вот это? Нет, все в порядке здесь. Все сломано без нас. Эта дверь откроется после. Что-то все двери открываются тут после, как бы, а сейчас какие-нибудь, может быть. А, сюда не нужно нам. Угу. Угу.
эта дверь откроется после. После, если гусли-сусли. А, вот там еще одна у нас оставалась. Еще вот там. Ну, вот это лютые, конечно, парни. Блин, вот эти козлики летающие напрягают, конечно. Да перестань. О! Еще один. Вот так двоих крабов проходкрабили нормальненько. Эй, хорош, хорош, ты чё? Что-то они летят, а летят как будто бесконечные. Так, здесь у нас что? О, халява. Вы нашли секретную область, в которой нашли красный ключ. Интересно. Угу. Ну уж как-то она по скриптовому прям так выглядела. Прям ждала. Ждала этой ракеты. Угу. О, вот этого парня. Тихо, тихо. Блин, там чувак с рейлганом, вот этот опасный. Ты мертвец. Да нет, пока живой. Воу-воу-воу-воу. Ой. Где этот рейлганщик? О, только я хотел нос почесать. Сразу вот надо было рейлганом, да, в меня стрелять. Че, 6 рейлов? По идее, на этого рейлганщика должно хватить. Че-то мост куда-то поехал. О, кажется, нам сюда. Получено новое задание. Получено новое задание. Угу, все понятно. Вы нашли секретную область, открыли какую-то кнопку. Получено новое задание. Так. Так, найди во дворце огня лазерный CD с данными. Я вот нашел только что вроде бы. Вот здесь же был лазерный CD с данными, правильно же? Куда-то нам предлагают пройти. Ненавижу, ненавижу вот этих летунов. Сволочи, просто нелюди. Что у нас тут? Что-то кто-то там продолжает кого-то пытаться уничтожить. Кого? Где? Кого убить? 30 у нас. О, подождите, а вот здесь что-то, мне кажется, тоже нет. Нет. Кого-то там уничтожит. Воу-воу. Это мы здесь были как раз. Угу. О, гранатки. Воу-воу-воу, тихо-тихо, кто? Да ёпрасоте, откуда ты, сволочь, взялся? Поплыли. Так, наверное, нам надо вернуться в... Я, видимо, в зоне. Так, ладно. Ну и, видимо, вот туда, направо сейчас нам нужно пройти, потому что диск у нас есть. Диск у нас есть. Вот сюда. Точно. Блин, рейл, конечно, тратить на вот этих хепстеров не очень. Ой, привет, парни. Тихо, тихо, тихо. Вот ты стой на месте. Ты ёпростный бабай. Тихо, 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 парни, вы чё? У меня ж базука.
А ну да, у вас же доджинг. Вот тихо, тихо. Минус один, минус второй. Блин, вот это меня радует. Вообще пофигизм на базуку. Как бы парней вообще не смущает Rocket Launcher. Привет. Вот смотрите, вот какой доджинг должен быть. Не, ну сейчас что-то не очень. Ладно, что-то я перебарщиваю. Тихо, тихо, тихо. Кто там? Кто шалит? Взять его, где же он? Взять его, где же он? Они отключили к навигационные лазеры. Так, ну-ка вот здесь это в 6 сделаем. Посмотрим, что здесь, вот так, по бырику. О, нет-нет-нет, все-все-все, забей. Мы сюда. Эта дверь откроется после. Мы уже знаем, что это за... Классно, ты убиваешь чувака, из него шардинка выпадает. Так, вот здесь надо вот так сделать явно. Да ладно, вот так что ли? Ну тут явно секрет. You need the CDK data. Обработчик вставлен. Перепрограммируется. You need CDK data. Возьмите диск данных в Дворце Огня. В Дворце Огня. Так. Что-то как-то непонятно, куда я направляюсь. О, привет, девчонки. Это девчонки с базукой. Тихо, тихо. Во, вот здесь точно секрет. 100%. Да ладно. О! Вплотную под базуку. Так она какая хитрая, а, женщина. Честь, оттуда нападала. Уф! Ты чё? Это женщина с рокетом. Тихо, тихо, принцесса. Да блин, вот вообще, ну я просто, видите, куда я целюсь и куда она попадает. Я вообще не понимаю, что это за оружие. Тут два какие-то приколисты вообще это делали. Тише, тише, парни, какой взять, вы чё? Честно говоря, не очень понимаю, туда ли я вообще направляюсь. Угу. Ну вот здесь точно, точно секретка. Ну слава богу. Эй, а как выйти? Эй. Да здесь, я здесь. Они так волнуются всегда, где же он? Ну где же он? Как будто в гости зовут. Вот этих парней можно было и гранатами вырубить, но... Кстати, Рейла, да, с ракет уже. Лестница для слабаков. Нормально, я ему туда гранат понакидывал. Глушитель вообще бесполезный какой-то. О, здравствуйте. Секретный пароль дает пропуск в комнату управления. Угу. А нужно ли нам в комнату управления? Вот ведь вопрос. Угу. Так, будем чекать, что здесь. Давайте тоже здесь засейваемся. Стой, 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 что ты делаешь? Секретный пароль нужен для деактивации желтых
полей. Нам нужно диак... Чего? Там кого-то взорвало? Ну ладно. Нам нужно деактивировать желтые поля. А вы себя как сюда попали, гражданин? Угу. Так, ну желтые поля нас интересуют. Матешечки, я бомбану. Одну секунду. Посмотрю, как у вас дела. Что-то не пойму, сюда вообще надо было. Еще есть туда проход. Тут не совсем понятно, что лучше было, остаться там. Секретка открылась. Да блин ты. Срубили парня. Так, отойди. Вызываем лифт, а сами вот секреточку смотрим. Целый секретный отрезок. Вызываем лифт. Привет, парни. Еще пытался что-то тут оказывать сопротивление. Угу. Ну, на всякий случай. Угу. Да ладно. О, нифига, там нормально народу. Девочка с рокет-ланчером. Симпа-пуля. Пфф, нормально доджит от базук. Не стесняется. Воу-воу-воу, тихо. А, вот в чем дело. О, нифига, еще двое. Минус два. Что-то кто-то еще стреляет. Так, что-то наверху взрывается. Угу.
Понятно. Не совсем понятно, правда, куда я иду, вообще, что происходит. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, пароль подтвержден. Ты получил доступ. На всякий случай стреляем, вдруг надо ее разрушить. Блин, тут эти девчонки с базуками где-то явно. А. О, желтые поля отключены, это хорошо, потому что нам там мешали далеко-далеко, правда, отсюда желтые поля. Ага, вот сюда надо попасть. Можно, конечно, рокет-джамп, естественно, сделать халявный. Желтые поля отключены, я понял. Гранаты получаем. Вообще нам наверх надо. Возможно, вот здесь как раз. Ага. Вот, девчонки. Ву-у-у-у, потише. Свою подругу она тут мочканула. Это тот самый парень, который выдерживает 7 рейлов. Плохо тут девчонка с базукой. Не мог удержаться. Минус парень. Да я уже понял, что желтые поля отключены. Так, вот здесь диск с датой должен быть. Ага. Отключить это силовое поле. Выключена коммуникация лазер. Что-то там... Что-то там с коммуникацией лазер. Так, ага. Угу. Сюда давайте еще сходим. Угу. Так, репрограммируй обработку в компьютере. А, там, кстати, вот этот компьютер. Нужно вот этот диск, видимо, туда сейчас принести. Поехали. Возвращаемся на главный компьютер. Так, а что, вниз поедем? Поедем. Угу, угу. О! Кстати, прикольно, сейчас их там должны заколошматить. Нет? Интересно, на меня работает, а на них, значит, нет, что ли? А, смотрите, типа заглушка, короче, и типа это. О, да ладно, подожди, ты чё, я сюда прыгнул вообще-то комп чинить, эй, парень. Блин, прикольно, они стали появляться в тех местах, где я уже был. И как бы я такой выхожу, как бы думаю, что типа все в порядке, а все как бы не очень. Все же одна базука мне прямо в глаз попала. По неосторожности. Программа принята. Обработчик. Так, что? Войди в центральный компьютер и верни обработчик. Тихо, тихо. Ну вот это сюда все равно. Как раз вот к этому парню и вот к этому. Офигеть, как он долго шинкуется. Так, ну это синие, короче, открылись, значит сейчас за синими пойдем. Поехали.
Один момент, ребят, один. Один буквально момент. Мастер починки компов. Да, уж это точно. Здесь вообще, да, приходится использовать все свои знания. Все очень просто. Базукой, базукой, естественно, все компьютеры чинятся. Лол. Что-то я не туда, да, иду, походу. Видимо, еще синяя вот эта хрень не открылась. А, вот, наверное, как надо починить лазер. Нет. И здесь все еще синяя, лол. А что, я себя приперся? Не, а как это, так это? Непонятно. Надо найти такую же хрень, только синюю. Вот туда, интересно, как попасть. Слушай, а может это просто вот так надо попасть? Нет. Угу. Угу. Интересно. Давайте-ка посмотрим. Так. Здесь как бы все. Да нет, не отключили его коммуникационные лазеры. Это они-то вообще-то работают там. Да врешь ты все, и спишь ты в табуретке. Хм, интересно. А, лол, ну ядреный пассатижи, ну как, почему он здесь оказался сейчас? Вообще. Получено новое задание. Отключите связующий лазер в дворце огня. Связующий лазер в дворце огня. Не туда я иду, короче. В дворце огня, блин. Связующий лазер. Воу-воу, а вы здесь откуда, ребят, вы чё? Я уже здесь 5 раз был, и вас здесь не было. Инфосотка. Ладно. Дворец огня, дворец огня, дворец огня. Я что-то не помню там... Ой, не помню там компов. Вот он, дворец огня. Вообще не туда я иду. Вот так надо, короче. Давайте еще раз прочекаем туда. Может, там есть куда воткнуть, но, по-моему, там не было куда воткнуть это все. О, нет, это потом. Вот сюда надо сначала. Угу, интересно. Вот сюда ничего нельзя воткнуть, нет? Вот сюда. Вот, смотрите. Лол.
Нормально. Ой, привет. Найди и используй выход. А, я нашел и могу использовать выход. Ну так неинтересно, а что здесь? А, это тот выход с той стороны. Ну все нормально, пройдено. Тю, все, в капсулу и взлетаем. Фух, да уж. Да я понял, понял. Так, ну что ж, нужно врываться. Врываться наверх, но под меня забрать надо. Эй. Дали патронов, вот там что-то очень все плохо. Мне кажется, сейчас придется сражаться, а стрелять-то нечего. Да, вон он. Сныкаться тут негде. Придется бороться. Рано еще, что ли? А, это была иллюзия. Хорош, нас протроллили. Так, понятно. Я слаб духом, он говорит, вы слышите? Ой, анус опять закрылся. Ну, я понял, что здесь врагов нету. Получено новое задание в очередной раз. Красные фонари. Улица красных фонарей. Так. Вот здесь, короче, вот этот момент, конечно, меня вот эти вот очень напрягло. Ждали столько пушек, что непонятно вообще, что, чего ждать.
Ну, аптечки там ловить не надо. Короче, здесь сохраняемся и погнали. Помним, что первая это иллюзия. Даже патроны на него не тратим. Ты слаб духом, ты слаб духом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Понятно. Эй, опять он без нас уехал. Засосал туда гранату. Но по итогу вернуло. Погнали. Давай. В бой, бой, бой. Да ядреные батоны. Ну, там, короче, вот эта фигня, она... Ай, она это самое. Давай, поехали. Поехали, поехали. Сейчас я тут хочу кое-что проверить. Мне вроде ничего там нету. Ну ладно. Это какое-то новое такое слово. Слободух. Так, one more и go. Угу. Телепорт включен. Мы за этим парнем. Фух. Надо, кстати, переключиться на quad damage. Да, у нас на изготовке quad damage. Мы его заюзаем, как только нам понадобится. А я чувствую, что он нам может понадобиться. Это, кстати, капсули. Спасение в отсеке. Спасение в отсеке. Но это потом. Я слышу, какая-то зараза там сверху. Ёбарный театр. Надо уже сражаться, да, против него? О, ну из БФГ стреляет. Что это такое вообще? Ну ладно, юзаем. Все? О, эй, ты что такое? Все? Найди, уничтожь, найди, отсек спасательный. Осек спасательный. Спасательный осек. Спасательный осек найден. Мы отправляемся. Что такое? Что-то мы куда-то далеко улетели. Это, я надеюсь, это не конец. Ну, мы приземлились. Так. И что это означает? Конец? Лол? Это конец? Что-то я не понял. Это я на харде все проходил? Хард, конечно же, самая большая. Зайди в секретку. Блин, я в секретку не зашел. Блин, так, ну что, давайте зайдем в секретку. А в секретка она еще до босса или что? Ну там на самом деле у меня есть два продолжения. Завтра в любом случае я оба продолжения заюзаю. Не переживайте. Зайти в секретку. Зайти в секретку. А где секретка?
Ну, это был какой-то, честно говоря, вообще лоховской бот. Вы видели, я просто заюзал квад и на имби его вытащил. Так, ну что-то я вот не вижу, а секретка это в какую сторону вообще? Там космос. Или секретка она там уже у босса прям? Вот эти кнопки, что ли, надо заюзать, да? Ага, так. О-о-о. Кнопочка нажалась, потрошки. Это сюда или нет? Это секретка или это не секретка? Как попасть в секретку? Сразу после убийства босса в подвале стену разбить. Сложность хард, вот я показываю. Вот если нажимаешь. Вот. Сложность хард. После убийства босса. То есть вниз надо спуститься сюда. И какую стену? Вот эту? Вот эту разбить? Которая прямо напротив выключателя? Ну ничего страшного, ничего страшного. Ну что ты? Не волнуйся. Мы не будем тебе мешать. Так. Так, ну давайте попробуем еще раз босса завалить. Для этого нам что понадобится? Выбрать квад. И просто на имбе. Потому что у нас щит огроменный. Так, все, босса завалили. Так, давай. Разбиваем стену. О, реально стена, реально секретка. Лол. Джон Кармак. О, это Кармак. Ну, Кармак это я узнал. Вот этих парней я не знаю, кто это. Найдите отсек. Ой-ой-ой. Там Витас дизайнер. Прикольно. Тоже дизайнер. Дизайнер. Одни дизайнеры. Кто-нибудь вообще прогил это или нет? Ай-яй. Трогать нельзя, типа, руками. Фото not available, лол. Ну-ка, Кармака верните. Прикольно. Ой, вот сюда еще можно. Ой. Ну ладно, у них тут свое патио у бассейна, я понял. Так, ну все, я так понимаю, это... Ой, хорошо, граната тут отлетела. Это, я так понимаю, все. Еще раз садимся в капсуль. Ну, даже можно не садиться в капсуль, мы уже все видели, что там в капсуле. Смысл какой? Завтра в
первой половине дня буду стримить другие квейки вторые, которые у меня имеются. Ну что ж, садимся в капсюлю, летаем. Ну да, Кармак Прогер, да, это я знаю, который как раз и сделал, собственно, Квачанский. Так, ну все, на этом...